Всем привет! Нас приглашает Emirates, обитель лондонского. Прервал шикарную 22-матчевую беспроигрышную серию канониров во всех турнирах. 5 очков и 14 мест в турнирной таблице. Сегодня к Арсеналу тоже приехал аутсайдер. Вы видите, вот этот, прямо скажем, неожиданный расклад в обороне. В цели это вингербеки и линия, так скажем, атаки Бумьянга 10. Выпадет в чистом таком несвойственных для себя позициях. Кевин Фрэнд, главный арбитр матча, дал свисток, и игра в 12-м туре. Сейчас в атаке, а Бумьянг, передача, удар, момент. Жестких защитников английской премьер-лиги. И удалялся не раз, словно доказать пас назад на Гендузи. Удар по воротам. Удар. Там, но Ник Поуп травмирован. Ну а Хитон с 28-м номером Кевином Лонгом. Подача. Вот момент. И чупостым номером. Да, Эллинг. Кандидат в сборную Англии. Ну тут блестяще играет Джо Хартнам. Показывает повтор удара. Уходит. От Лонга подает штрафную и бил Эль-Нини, и там... Ну, в общем-то, столько же набрал и Саутгемптон, который выиграл у Арсенала и тем самым вырвался из зоны. А вот момент, и мяч идет мимо. Вот это да! Бернли отвечает на Новой Зеландии на Кубок Конфедерации в Россию. Подача в штрафную! Выбивает премьер-лиги. Последний матч, который здесь проходил между Бернли и Арсеналом 6 мая. Бена Мими пасует вперед, куда? На Криса Вуда, мощного, жесткого новозеландца. Отличная передача, просто великолепно. Еще удар, гол, 1-0. Абамьянг забивает 11-й гол. Свой 11-й гол в чемпионате. И сделал, в общем-то, все это Месут Узил своей великолепной передачей, резаной, которая отрезала всю оборону Бёрли. Затем последовал пас как раз вот с левого фланга в центр, где Абамьянг пробил, никем не атакуемый. Давайте еще раз посмотрим, как великолепно сыграл Месут Озил. Вот здесь он обыгрывается с... Конечно, практически все специалисты в прогнозах. Профикация Лиги Европы и выбила Бернли из колеи. Небо и земля. Сейчас нарушение правил. Подножка была со стороны игрока Бернли. 9 побед, 4 ничьи, 4 поражения. У Арсенала 30 очков. Лошинац. По диагонали. Так, классика такая. И Абамьянг как раз один. Ну вот момент. На подборе. Абамьянг. Удар по воротам. Это Мэтлан. Перехватил этот мяч. Ведь было ожидаемо. Все-таки что, не говорите. А сейчас посмотрим. Хендрикс. Нет положения вне игры. Или все-таки травмы существуют. Только один матч провел. Так как Калашинец. Калашинец. Покинет Арсенал. Ну, предпосылки, конечно же, многие предпосылки говорили. Отчетник, передача, но здесь начал Монреаль, однако на подхвате Бартли, снова Шотланд, так сам наткнулся на ногу игрока Бёрнли. Сейчас нарушение правил со стороны Лаказетта. Чарли Тейлор, прострел, и вот момент. Здесь на подборе снова Корк, бить неудобно, и сейчас... В атаке Бернли, Корк снова, пас вперед, Вествуд, Вуд борется. Вот этими командами Арсенал не просто лидирует, всего лишь если брать все матчи. Поле, однако, на подхвате, Калашинец уже оказался брать. Ничья на своем поле в декабре 2009 года, а так... Три подряд, и вот четвертый подряд сезон. Подача. Отбивает Лено. Должен. Нужно рисковать. Удар от ворот. Хотя Хендрикс бежит. Вперед идут. Мэтлин Тайнс. Отлично. Прорывается в штрафную. Прострел. Но как раз в прорыв Калашинца. А вот сейчас Лаказет. Он... Справа подача, затратный футбол, высоко встречать игроков Арсенала. Да, Арсенал, ну вот, пожалуйста, есть выход. Вот именно такую активную игру, практически так
играл Бёрнли против Тоттенхэма. И очень у Дани Уэлбека травмирована правая лодыжка. Была проведена операция. И... О, ну здесь посмотрите, что творится. Сейчас вот Мэтланд Найлс оттаскивает. Вот бежит Барнс. И вот тут начинается. Да. Интересно, какое решение. Желтая карточка. Ну, все вроде бы решено. Снова Барсли. Вперед. Ну, все на этом. Что? Все на этом закончится. Что Бёрнли потерпит очередное поражение. А здесь Тейлор шел вперед. И кашет на Бамиянга. В пользу Арсенала. И пас на Леказета. Но передача... Неправильно расположился греческий защитник по отношению к Барсу. Потерял. Кстати, Сократис просто как монолит, и там без проблем, в общем-то, он играл. То вот здесь в АПЛ по февраля первый матч пройдет как раз в Белоруссии. Подача! И вот здесь по своим воротам пробил Джака, но это без проблем. Берт Лено ловит в две как раз вот усталости. Великолепная серия, и действительно непросто команда. Леказет выходит в ударную позицию, падает. Нет, можно играть. Никакого бороться с Лонгом. Сколько там? Теперь Чарли Тейлор на фланге против него. Мэтланд Майлз. Подача. Это подарок Бёрнли. Мастер, что там говорить? Ну вот, гол в ворот. Ни Тарковский, ни вратарь Джо Харт не смогли помочь Полусу, который уже пять спустя в центре занял неправильный пент. В центре дает свисток, и игра начинается, возобновляется. В три оборона, подача в штрафную. Мяч выбивает снова Сократис. Корк на подборе. Сражаем. Так что все возможно сейчас. За бедро упал не слишком удачно. Трент Френд справляется о здоровье немца. Нам показали. Снова атака Бёрнли. По времени пока отбивает мяч. Слетит вперед. Пас на Леказета. Тот еще дальше. Абамиянг. Абамиянг бьет. 2-0. 12-й гол Абамиянга. Дубль игрока сборной Габона. Бёрнли пошел в атаку и пропустил разящую контратаку хозяев. 2-0. С пасом Леказета. Абамиянг делает дубль. Вот Корк тут замешкался. Эль-Нини начал. У Бёрнли выглядит таким образом. 13 ворота. Тот сделает передачу на Леказета. Дальше пропускает Месут Узил на Абамиянга, и тот в... Вот это состав Арсенала. У Бёрнли замен пока нет. Шон Дач выпустил таких игроков против Арсенала, нынешнего Арсенала, который допустил две осечки, особенно Арсенала, тоже с командой не топ-уровня, но командой задиристой, забористой, которая дома играет так же старательно, как они играли с Тоттенхэмом. Но если Тоттенхэм забил гол на 92-й минуте, то вот Арсенал будет играть дома 26-го с Эвертоном и 29-го с Вестхэмом. Итак, сейчас Чарли Тейлор. Вот момент. Вуд. Какой момент сейчас был. И Сократис пришел на помощь обороне. Он начинает атаку. Гендузи падает второй раз после столкновения с Барнсом. Френд либо не видел, либо пожалел. Лонг отбирает мяч. Сейчас футболисты Бёрнли отчаянно идут вперед. Вествуд. Сегодня великолепная футбольная погода в Лондоне. Плюс 9 градусов. Сухо. Главный удар поворотом. 58-я минута. Вперед. Передача. Это Абамиянг делал пас на Леказета. Мяч остается у француза. Леказет падает. Нет, ну, по идее, сейчас может появиться либо Рэмзи, либо Торейра. Торейра тоже разминался. Торейра это... Замена много интересней. Абамиянг в атаке. Его заваливает. Конечно, нарушение правил. Просит
Кевин Френд. А Лукас Туреро играет Озил в касание на Лаказета. Лаказет дальше на Озила. Но здесь, конечно же, играет в навал. И вот здесь Барс бьет. Еще один удар. Тут уже еще удар. И буквально вколачивает Барс мяч в ворота Арсенала. И вот этот навал, этот сумбур впереди, он приносит успех. Буквально задавили футболисты Бёрнли оборону, раздавили оборону Арсенала. Давайте еще раз посмотрим. Подача.